Здравствуйте, подписчики моего видеоканала. Сегодня очередной обзор моих покупок с сайта AliExpress. Мне пришли органайзеры. Я заказывала для наушников, одежды и документов. Сегодня мы их посмотрим. Начнем. Скорее всего, это наушники. Для наушников органайзер, да. Вот он черный, с каким-то логотипом. Ну, в принципе, кармашек есть. Все аккуратно сделано. Видео с сайта AliExpress я приложу и в начале свою, вернее, фото в начале видео и в конце. Сейчас откроем следующую покупку. Это персиковый органайзер. Это для одежды. Вот внутри кармашки. Проверим, вот он у меня. В принципе, все нормально. Вот верх для одежды. В принципе, аккуратно. По крайней мере, цена меня очень даже прельстила. На наши гривны этот органайзер мне вышел 90 гривен, а этот около 19 гривен. Ну, бесплатная доставка. Это для документов. По крайней мере, по цвету вроде бы для документов. Нет, это не для документов. Это, значит, для документов еще в пути. Это органайзер для косметики. Для косметики. Просто я собираюсь в дорогу и решила заказать. Брака нет. Все аккуратно сшито. Вот этот органайзер мне вышел около 70 гривен на наши украинские гривны. Все работает, все нормально. Вот так вот подвешивается, а сюда влаживается косметика. И потом вот таким образом сворачивается конверт. Ну что же. Я думаю, удачный. Качество товара меня устраивает. Надеюсь, и вы будете заходить на этот сайт. Приглашаю сделать это по моей ссылке, которая располагается под видео. Подписывайтесь на мой видеоканал и смотрите мои следующие видеообзоры.